Всем привет, с вами Данил, и сегодня будем продолжать выпускать Warcraft. Вот наша карта. Продолжаем. Да, Stargame. Привык так. Мы дракоша. Все, можем и продолжаем наше выживание. Да, Москва, принял. Окей, теперь настроим. Вот. О, вот тут создаются птички, и можно их посадить в лучницу. Его намного больше. У нас будет доступно намного больше. Но эти только вторые. А мы уже золотые. Окей. Я даже не знаю, сколько видео буду выпускать, потому что у меня где-то длится, сколько я играю, 40 минут. Практически 4 видео, наверное, 5 выпущу. Что первые будут, моя цель — уничтожить эльфов. Я тут лес просто открою и пойду на эльфов. Вот, вот те реки чуши создаем мы. Так, ну вот, сейчас не выйдет наш эльф. Дух, типа. На духа просто похож. А останется, ну, станет деревом вот таким, блин, живым. Кстати, если его поднять... Ой. Блин, что это за фигня? И извиняйте за маленький экран, я не знаю, у меня сейчас идет большой экран. Я все вижу нормально. Это что-то с видео, значит. Так, троих этих сделаем. Ну, четверых давайте. Так, вот там эльф, у нас дух остался в древе, а тут сейчас выйдет, вот, смотрим. Вот, а тут он вышел. Теперь мы пойдем захватим вот это, самое первое. А компьютеры сюда боятся копать, они тут не копают. Ну, они боятся, что тут все еще дракоши, типа, есть. Полетаем. Вот, куда он попадет, сразу хоп, деревья первые срубливаются. Че, вот. Вот они рубят вот эти деревья. Ну, и ниже быстрее все рубят деревья. Вот. Смотри, что у наших эльфов тут. Так, пока что смотрим, создаем еще одну катюшу. Так, у наших эльфов все как обычно, можно сказать. Блин, назад. Для этого надо больше места. Для такого здания, оно вот так делают. Прикольно, кстати, корни так, типа, добывают все. Не знаю, некоторым не нравится эта игрушка. Почему, я не знаю, мне нравится. Но не имею в виду больше, чем Майн, конечно. Майн тоже нравится, Майнкрафт. Вот, так, вот эти деревья уже нет, кстати. Еще один раз, 3 выстрела, и деревья падают. А нет, вроде 5 выстрелов. Четыре выстрела, и деревья падают. Ну, все. Теперь попробуем. Не понял. Сюда. Нападай, на. Бейтер гадов. Готовимся к сбучке.
Вот и первые наши враги, которые скоро будут уничтожены. Все, мы его слили. Так. Ну вот и все, можно так сказать. Первый наш враг сейчас будет уничтожен. Означаем другу, что мы тоже сдаем. Ну, чтобы он понял, что он тут будет как бы не один сражаться. Как бы не на нас напали, что мы на них пошли, а мы на них напали. Ну правда, эти козлы лечатся. Чё, кончились ваши? Решили мы их посливать тут. Козлы недоделанные. Вот так махать, значит, что-то создает. Первый наш враг будет уничтожен. И вот так случается, они реально нападают, эти хотят вырваться, ну просто им помогаю уже, и все. Они бегут. Я играю иногда нежитью, чтобы просто потом начать играть за все нации. Вот они пытаются сбежать, пытаются вылечить какие-нибудь здания, там все такое. Пытаются сами еще полечиться, можно так сказать. Странно, куда делось? Все, эльфы уничтожены. Ну, блин, вот еще. Я имею в виду уничтожены, вот таких эльфов нету. Ну, при духов. Можно так сказать, блин, пол армии расколохматили. Все, сейчас бегом за эльфом. Бегом туда. Бегом, чувак. Мы идем починимся. Так. Да, опять пару вот таких. О, я наш дракоша. Лёг и дракоша. И потом будем нападать на них. На нежить. У них просто даже вот это здание стреляется. И вот эти, это вышки. Это домики и вышки сразу же. Я пока остановлю видео. Так, наверное, скоро буду заканчивать. Не, ну правда, извиняйте за такой экран маленький. Я не знаю, что происходит. Прежде чем выложить видео в YouTube, посмотрел. И там был маленький экран. Вот, все, начинаешь. Не могу здесь целой толпой окружить его и лечить. А он пока будет стрелять, это вообще прикольно. Или вот тут посреди здания поставить лучницу. Она будет бессмертным. Ну, пару, там, 5 лучниц, они вообще будут непобедимы, типа, команда, что ли. Кстати, все лучницы вылечатся. Вот все, добываем золото. Так. Вот он может стать, но рудник прекратится вот таким быть, и мы не сможем добывать золото. 3000 золота осталось. За это время. Блин. Блин, за это время надо. Ёшкин.
это время надо как-нибудь развиться. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Так. Жалко на закон, что нельзя на единицу посадить. Блин. Ну, вот. Так. Ой, подождите. Ладно, на этом я, наверное, закончу свое видео. Сохраню его. Вот так. Все, сохраняем видео. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.